Эпидситуация по COVID-19 остается сложной. По сравнению с последней неделей отмечается рост заболеваемости в 1,5 раза. По прогнозам специалистов, пик заболеваемости ожидается в середине февраля. Чаще болеет молодежь 20-29 и 30-39 лет. Также вирус широко распространяется среди детей до 14 лет, в том числе и среди младенцев до года. Санврачи напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности и опасности самолечения. В большинстве случаев больные занимаются самолечением, не обращаются за медицинской помощью. Это может привести к осложнениям, а для лиц с хроническими заболеваниями чревато летальным исходом. Медперсонала сейчас достаточно. Увеличено количество мобильных групп. Вызывайте на дом врачей при первых же симптомах. А для предотвращения заражений избегайте мест массового скопления людей. Почаще проветривайте помещения, дезинфицируйте все поверхности. Соблюдайте личную гигиену. Хотелось бы обратиться к предпринимателям, участникам проекта «Ашык». Сейчас у них этот порядок пропуска меньше контролируется или вовсе игнорируется. Просим принять этого внимания. Носители и контактные должны 10 дней оставаться на домашнем карантине. Нарушители будут платить штраф.